Да, я по национальности казах, причем чистый. Мои мама и папа родились здесь, а мои бабушка и дедушка со стороны отца они приехали с Гурьева. Сейчас это называется Атырау. Юношеского максимализма, когда он присутствовал, мне захотелось чего-то нового, и в 6 классе я пошел в музыкальную школу, интернат, и хотел стать музыкантом. Не знаю, в какой-то момент просто взяло и переклинило. Музыканты, они же такие тонкий народ, им нужны все условия, они должны чувствовать себя благородно, качественно. Только после этого они начинают как бы отдаваться музыке. И моя задача как дирижера здесь, в данном коллективе, не только просто стал дирижер, я еще выполняю функцию менеджера. Я вообще не политик и не лезу в политику, но вот хочу сказать огромную благодарность президенту, потому что с его приходом здесь очень круто все поменялось, начиная от того, что нам начали делать ремонт, начали выделяться квартиры, начали появляться прописки. Вот у меня недавно человек получил прописку в Ташкенте, что вообще казалось бы. И, естественно, мы все воодушевились, и мы работаем, работаем. Гениально! Во время работы, как говорится, в сфоре рождается истина. Не хочу сказать, что вот я там диктатор, вот я сказал, так и будет. Хотя к этому я и стремлюсь, но пока я молодой, я тоже очень сильно и очень многому учусь у музыкантов. Ведь легче всего сказать, этого нет, плюнуть на все и уехать там, где платят деньги. Здесь я делаю культуру, здесь я являюсь тем звеном, которое помогает жить. Она часто ездит в Казахстан. Со стороны жены тоже есть родственники из Казахстана, которые к нам приезжают. Я периодически бываю в Алматы. Вот нашел недавно родственников своих, которым уже 13-15 лет. Вернее, не я нашел, они меня нашли, когда я был в Алматы. Они нашли меня. Ну, очень приятно было. Я тут счастлив. Но для меня Узбекистан – это все. Я здесь родился, я здесь расту, я здесь работаю. Я люблю Узбекистан, я люблю Казахстан, я люблю все страны. Но для меня родина Узбекистан.